Привет. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать на летний период в новую и улучшенную пиццерию Фредди. Я здесь, чтобы поговорить с вами о некоторых вещах, которые вы можете ожидать в течение первой недели здесь, и чтобы помочь вам начать этот новый и интересный карьерный путь. Я хочу, чтобы вы забыли все, что вы, возможно, слышали о старом месте. Некоторые люди все еще относятся к компании с недоверием. Старый ресторан остался гнить, но я хочу заверить вас, компания стремится к тому, чтобы семьям было весело и, прежде всего, безопасно. Они потратили целое состояние на этих новых аниматроников, распознавание лица, и они даже научились ходить в течение дня. Разве это не здорово? Но самое главное, они все привязаны к преступной базе данных, поэтому они могут обнаружить и преступника. Мы должны платить им, чтобы они охраняли тебя. Но теперь, как говорится, никаких новых систем не поставляется без них. Ты только второй охранник для работы в этом месте. Первый парень отработал свою неделю, но жаловался на условия. Мы перевели его в дневную смену, так что ты счастливчик, не так ли? Сейчас в основном он выразил обеспокоенность тем, что некоторые силуэты бродили вокруг него ночью и даже попытались попасть в офис. Теперь то, что мы знаем, не может быть на самом деле. Ведь этот ресторан должен быть самым безопасным местом на Земле. Так что пока наши инженеры не очень-то обеспокоены тем, что после истории с сестринской забегаловкой им не было уделено должного свободного режима. Поэтому, когда становится тихо, они думают, что они в неправильном месте, и пытаются найти людей, и в этом случае в вашем офисе. Поэтому наше временное решение такое, есть музыкальная коробочка, и ее можно завести дистанционно. Так что каждый раз посещайте призовой уголок и заводите его на несколько секунд. Но знайте, это влияет только на этого аниматроника. Ну а для остальных у нас есть простое решение. У некоторых аниматроников есть незначительные ошибки в системе, которые будут видеть вас как эндоскелет без костюма и захотят вас туда засунуть. Для этого мы вам оставляем пустую голову Фредди, надевайте ее, и проблема решена. Вы можете надевать его на любое время и снять, когда захотите. В конце концов, все, кто заходил к вам в комнату, будут возвращаться вновь. Стоит упомянуть, что из-за современного дизайна здания вы, возможно, заметили, что нет двери, чтобы закрыть, хе-хе. Но ведь у вас есть свет, и даже если ваш фонарик разрядится, здание не может быть обесточено. Так что не беспокойтесь о темноте. Но я думаю, что вы, продержитесь. Проверьте фонарик, надевайте голову Фредди, если это необходимо, и следите, чтобы музыкальная коробка была заведена. Спокойной ночи, я поговорю с вами завтра.